Телевизионная игра «Телебум» продолжается. И сегодня определился победитель месяца. Суперприз достался Татьяне Калушкиной из Туркестанской области. Она выиграла кондиционер. А какая погода сейчас у вас в городе? Ой, у нас на юге очень жарко. Мы прячемся дома. А значит, согласитесь, что этот приз как никогда кстати. Теперь комфортная температура будет у вас в доме. Мы вас еще раз поздравляем от всей души. Играть и выигрывать легко. Смотрите эфир Первого канала Евразия. И когда на экране появится трехзначный код, нужно отправить его в Telegram-бот в течение 3 минут. Не забудьте заранее там зарегистрироваться. Участие бесплатное. Главное быть совершеннолетним. Присоединиться к игре можно на любом этапе. К Наурызу самые активные участники смогут выиграть суперпризы автомобили и квартиру в Алматы. В эфире результаты объявляют каждый понедельник в 9:00. Рейтинг публикуется на сайте 1TV.kz.